Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. 2 августа отмечается 86-я годовщина образования воздушно-десантных войск. Несмотря на то, что дата не круглая и не юбилейная, в этот раз она празднуется с размахом. В нашу область прибывает командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов. И намечено еще несколько интересных и зрелищных мероприятий. Об этом мы поговорим. И в нашей студии председатель правления Самарской региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников» и подразделений специального назначения Ирек Кашапов и его заместитель Валерий Гордеев. Здравствуйте, Ирек Валерий. Здравствуйте. Ну, расскажите для начала, чтобы мы с вами познакомились, где вы служили и когда, чтобы мы знали о вас побольше, хоть вы секретные, все-таки спецподразделения и все-таки. Ну, так получилось, что я служил в 16-й отдельной бригаде специального назначения. Это Ирак, вот мне подсказывают сразу наши мужчины, которые знают в этом толк, да? Или нет, зачем? Нет, это, ну, в свое время, когда я служил, это был 90-92 год, это был Азербайджан, вот, потом Таджикистан, ну, соответственно, то есть... Такое направление. Да, опять Кавказ, то есть, в принципе... Как бы, если так по-честному разобраться, войска использовали, конечно, не по назначению. Мы были нацелены на Германию. Вот так вот, если мы изучали язык, изучали их бронетехнику, соответственно, их звание. То есть, вот. А я служил снайпером, соответственно, я должен был разбираться в погонах и лычках. Вот. Соответственно, когда нас послали на Кавказ, мы были немножко, конечно, не готовы. Да, ну, вот. Спецназ, как говорится в десантуре, мы без нас никуда, или как девиз никто такой? Никто кроме нас. Поэтому никто кроме вас. А в спецназе другая немножко. То есть, получается, никто кроме нас, а в спецназе невыполнимых задач нет. Вот, так что направление правильное все равно в результате. Конечно. Скажите, Валерий, а вы где служили? Я служил в 3-й отдельной бригаде специального назначения, которая дислоцировалась сначала в поселке Рощинский. Сейчас ее, то есть место дислокации поменялось, сейчас она находится в городе Тольятти. Понятно, ну вы здесь уже поближе, да, вот поближе к нам. Он, конечно, скромничает. Вообще она называется 3-я отдельная гвардейская. Варшавско-берлинская, ордена Суворова, бригада специального назначения. Третьей степени. У вас даже связь есть вот с Германией. Конечно. Не зря вы стали заместителем председателя. Вот в этот раз, как я уже сказала, будет такое празднование с размахом. И даже несколько удивительно, вот с чем это связано, почему 86-я годовщина, и к нам прибывает командующий ваш непосредственный. И... Ну, я так думаю, что в принципе ничего удивительного нет. Дело в том, что вы же знаете, что Самара – это бывший Куйбышев, запасная столица. Вот. Ну как без Самары? Самара – это как оплот России, это центр России. Да, мы не являемся столицей, мы запасная столица. Но она до сих пор, кстати, запасная. Да, вот об этом как-то редко говорят. На самом деле никто отмены приказа этого не было. Да, да, другого приказа не было. Мы запасная столица. Мы оплот. Что такое оплот? Оплот – это поддержка. Вот, соответственно, и командующий приезжает. И празднование ряд, будет на набережной. Ряд лиц, являющие... героями России или являющиеся героями России. Вот они все приезжают. В принципе, я думаю, что программа будет довольно насыщенная и охватит не только город Самар, но и область. Да, и даже зрелищная. Вот что вы знаете по программе, чтобы даже пригласить, может быть, горожан и гостей? По программе. В 10 часов... Начало на площади памяти, это Мичурин-Осипенко. Там где-то, ну, до 11 часов, я думаю, что уложимся. Следующее построение... Это будет торжественное, да, мероприятие? Да, торжественное мероприятие, возложение цветов. Ну, вот на площади памяти будет только возложение цветов. Ну, конечно, и командующий будет, и губернатор будет. Потом возложение цветов. И в 11:30 уже построение на площади Славы. Вот. Там уже будут и возложения, ну и, естественно, награждение лиц, отличившихся за этот год. Да.
которые имеют принадлежность вот к десантным войскам. Да, да? Ну, здесь вы знаете как. Да, потому что вот как-то за этот год вот думаешь, что уже они такого хорошего. Имеют принадлежность к десантным войскам или вложили, скажем так, неоценимый вклад в популяризацию службы в воздушно-десантных войсках и войсках специального назначения. Понятно. У вас такое направление в вашей работе, в вашей организации тоже есть, да, популяризация получается? Конечно, да, да. А вот я все хочу, чтобы вы рассказали про вот зрелищную составляющую на набережной. Там что-то, по-моему, кто-то пролетит, да? Зрелищная составляющая начинается у нас... Время, конечно, с учетом того, что прилетает командующий может, и прибывает губернатор. Mm-hmm. Дело в том, что там идет ряд мероприятий до нашего, скажем так, праздника основного. И поэтому время, конечно, меняется. 10 минут туда, 10 mm-hmm. минут сюда. Вот мне сегодня сказали, что мы еще на 10 минут сдвинулись. Mm-hmm. Вот. Но 10 минут это не поэтому, так страшно. Поэтому вот сейчас могу сказать, что в 15:10, ну, я так понимаю, что у нас все начнется в 14:40, то есть будет выступление губернатора, выступление командующего, приглашенных лиц, и, соответственно, в 15:30 начнется авиашоу. Вот. Да. Ну, чтобы приблизительно ориентироваться, вот что да. значит военный, все точно до минуты. Стараемся, важно, да, стараемся, вот вот. И у нас получается, что в 15:10 будет пронос флага воздушно-десантных войск. Дальше отрабатывают... Кстати, ну, хочу отметить, что пронос флага и выпуск парашютистов будет осуществлять ДОСАФ России. А между ними, скажем так, между парашютистами и проносом флагов будет работать два вертолета Ми-2, Ми-2 и Ми-8, это ЦСКА ВВС. Угу, да, они там будут показывать такую летную акробатику вертолетную. Ну, я думаю, что будет красиво. Да, да, ну, конечно. Да. И хотелось бы узнать побольше о вашей организации, что она на сегодняшний день представляет, какие у вас задачи. Вот вы все объединились, десантники и подразделение специального назначения ветеранов. Вот... Что сегодня делается? Нужна какая-то поддержка ветеранам? А у вас есть такие возможности, чтобы какую-то поддержку организовать? С кем вы сотрудничаете в этом отношении? Здесь мы сотрудничаем с областью, с администрацией области, да. администрацией города. Да. В чем нуждаются ветераны? Трудности, вот хочется это понять. Ну, у нас, в принципе, самая главная проблема ветеранов – они не знают законов. Это самое главное. А многие говорят, что деньги, нужны деньги. Нет, нужна, денег достаточно, по-хорошему. А просто ветераны не знают законов и не знают своих прав. Угу. А у нас очень много ветеранов, которые являются инвалидами. Да. И у них очень большой перечень льгот, которыми они не пользуются. И в основном у нас происходит что? Мы не ходим, мы не покупаем хлеб. Ну, чтобы правильно поняли, да? Вот. Мы разъясняем им, каким законом и где пользоваться. Юридическая правовая консультация, конечно, да? И у вас есть свои специалисты, юристы, ну, да? Естественно, естественно. Да, вот это тоже действительно очень важно. Еще вот мы упомянули уже, что Владимир Шаманов к нам прибывает. Он говорил еще о реабилитации такой медицинской, психологической даже, вот после того, как... служат, вот особенно десантники, спецподразделения. Вот хоть сейчас вот и нет таких уж горячих, и слава богу, времен. Ну, вот как? Это уже вот направление... Есть. Уже есть. Уже есть. Да, открытые. Вот это тоже вот не запустить, потому что он в свое время говорил, что это упущение такое некоторое было, что вот люди страдали от того, что вот достаточно помощи вот в этом направлении не оказывали. Ну, здесь могу сказать так, что как такового института реабилитации у нас нет. Есть хоть, специалисты только. Хоть и в нашем госпитале на 22-м партсъезде. Да, на 22-м партсъезде, да, ветеранов. Там, конечно, пытаются помочь, но когда мы присутствуем на совещании, говорят, мы помогли 200, там у нас, через нас прошли 200 человек, это ни о чем. Понятно. У нас тысячи. А сколько вас всего вот в вашем объединении в областном, в Самарской области, чтобы мы знали? В нашем объединении, вот мы
подводим, скажем так, год. Угу. В этом году мы еще не подводили, сколько нас сейчас. Но в том году, вот мы завершали 2015 год, нас было 2173 человека. Ух ты. Да, и все они завтра, наверное, выйдут на праздник или нет? Вот. Надеюсь. Да. Меня всегда очень как-то радует и привлекает внимание, что десантники, может быть, правда, не только десантники выходят вот на такие праздники со своими вторыми половинами, с девушками, с женами. Это вот такая традиция или так... Как-то вот такая чувствуется поддержка. Мы уже 10... Вот, если голубой берет, то вот частые девушки. Мы уже 10 лет проводим данное мероприятие и приучаем, не то что приучаем, а хотим, чтобы этот праздник стал семейным и даже не только семейным, но и городским. Ага. Чтобы приходили люди, я не знаю, с колясками, с велосипедами. И не надо бояться десантника, что вот он сейчас, я не знаю, там... Фонтан бросится. Да, фонтан бросится или начнет бутылку об голову разбивать, да. Такого сейчас нет. Uh-huh. Вот, честно. Вот в том году, если вы помните, у нас было, значит, на нашей территории было 2700 человек на нашей вот территории. Uh-huh. Это только десантников. И не было зарегистрировано ни одного правонарушения. Арбузы тоже можно было купить мирным жителям. Никто не прятался. Ни одного правонарушения не было. Да, сложившийся как-то. Да, ну, вот, хуже всего, что стереотипы и остаются вот в головах. Ну, это в головах. Да, вот, и вы хотите разломать. Да, мы хотим это как бы привести в правильное, в нужное русло. Дело в том, что популяризация войск – это именно правильное понимание, что человек, который отслужил в таких серьезных войсках, и поучаствовать в боевых действиях, он остался нормальным человеком. Многие говорят, что да, там, вернулся больной. Я не врач, я не могу судить, больной вернулся, не больной. Но очень главное человеку дать социальную, именно социальную составляющую, чтобы человек понял, что он здесь нужен, и его никто не боится. Ну, как бы человек вернулся обратно в мирную жизнь. Вот у нас в организацию многие приходят просто вот в штаб. Я говорю, какие вопросы, что пришел? А он говорит, я пришел вот просто посидеть. Можно я посижу? Вот он час посидел в кабинете у меня, посмотрел там вот на наши флаги, на наши символы. И все, говорит, все, я отдохнул, я поехал дальше. Все-таки вот десантники, вот братство как-то характеризует, что вы как-то вот такие сплоченные становитесь. А еще какие традиции? Вот основная миссия десантников, вот какая она уже вот в военных действиях? Вот десантники что на себя берут? Как вы говорите, никто кроме нас. А почему? Почему кроме вас? Зависит от поставленной задачи, соответственно. Ну, по-хорошему, вы же знаете, что... Десантные войска, как и войска с специальным назначением, посылают туда, где, возможно, нельзя использовать обычные войска. То есть нами, ну, как это, закрывает брешь. Да. И вот еще хотелось бы, не совсем накануне осеннего призыва, все-таки вот многие парни... И сейчас, слава богу, в армии такая выровнялась обстановка. Уже мало кто боится служить, настоящие мужчины. Вот хотят попасть именно в ВДВ. Как нужно начинать готовиться? Конечно, вот не прямо перед началом призыва, а раньше, вот в этом направлении. Как готовить молодых людей к армии и именно в десантных войсках? Вот что нужно уже начинать? Ну вот с этого года, опять же, вспомним про ДУСАВ, по приказу командующего, опять же, ВДВ, набирается... 20 человек, ну, группа 20 человек, и ДОСАФ их готовит именно для службы в ВДВ. Вот, пока это, скажем так, я так понимаю, что это пробный момент, потому что все равно, вы же понимаете, 20 человек набрать, их надо кормить, одевать, это, ну, определенные сложности есть. Вот, Черковский Геннадий Иванович на своей базе аэроклуба города Самары. Вот. Вот он их там готовит. И они уже точно попадут служить в ВДВ. А вообще не так просто попасть вот в ВДВ, Валерий? Ну, критерии есть определенные. То есть это отсутствие заболеваний.
физически. Все равно повышенные какие-то требования, наверное, да? Ну, естественно, да. То есть здоровые человек должен быть физически развит. Вот. Определенного роста, веса, то есть там критерии, которые ВВК определяет. То есть нужно все вот эти пройти, чтобы попасть в ВДВ или где-то какие-то подразделения специального назначения. А физическая подготовка предварительно уже должна все-таки быть? Конечно, или там как-то подтренируют? Обязательно. Конечно. Желательно, чтобы уже люди туда попадали с какими-то уже с разрядами спортивными. Mm-hmm. То есть это не обязательно там бокс, самбо, даже может быть гимнастика. То есть ну, человек уже физически развит и подготовлен уже к нагрузкам. Yeah. Потому что прежде всего, то есть служба ВДВ и ну, войска специального назначения подразумевает, что нагрузка совершенно другая. То есть иная от других войск. Выносливость должна быть тоже, да? Ну, в принципе, военные все должны быть, по большому счету, выносливы. Вот тех же вот мотострелковые подразделения. ВДВ есть такая маленькая пословица. Может быть, это, конечно, не для эфира. А 3 минуты орел, а все остальное лошадь. Ну да, да, потому что, да, конечно, вся слава, вот по большому счету, да, вот там какие-то прорывы связывают действительно с десантниками, но предшествует всему, конечно, кропотливая работа. Вот чем больше боеприпасов с собой возьмешь, тем настолько дольше тебя и хватит. Знаете, как говорят, один в поле не воин. В спецназе говорят так, нет, воин, только ненадолго. Да, ну поэтому у вас и братство на самом деле, что вы такие подбираетесь... Все. Да, и хотелось бы еще вот одно направление затронуть, патриотического воспитания. Не только вот такая пропаганда, да, вот десантура и так далее, а вот чтобы у молодых людей, у жителей нашего города, области, вот воспитывать такие чувства, это тоже, наверное, важно. Или не обязательно вот прям так вот целенаправленно, но пафосно все вот это вот делать. Здесь, это же комплексная работа. Угу. Нельзя ходить по улицам с транспарантами и говорить, будьте... Ну, скажем так, станьте достойными гражданами России, да? Вот. Соответственно, это комплексная работа. Это мы увековечиваем память погибших, угу. То есть устанавливаем мемориальные доски. Соответственно, мы приглашаем и жителей ну, данного района, школьников. Угу. И, соответственно, мы все это дело устанавливаем в школах. В школах, в техникумах, то есть где парни учились, вот там мы устанавливаем. Это одна работа. Вторая работа. Вот у нас есть группа «Союз», и мы выезжаем с выездными концертами. То есть, соответственно, мы также приглашаем жителей районов. Это Челновершина, там, ну, к примеру, там Челновершина, Похвестневский. Вот мы вот вчера буквально приехали с Отрадного, вот в Отрадном давали концерт. Вот. Это тоже... своего рода мы показываем, что кто мы, что мы и кем вы должны быть. Угу. Да, кстати, вот вы такой затронули тему творческое направление. Очень много поющих десантников, групп, да? Да. Вот почему-то именно так, казалось бы, такие серьезные мужчины, бесстрашные, и тут вот пение, песни. Вот почему так? Вы поддерживаете такое творческое направление, кстати? Вот конечно, чем-то можете конечно. Поддержать вот, и развивать даже? Ну, что, опять хочется... же, у нас... Мы заключаем договора со школами, с кадетскими значит, классами, корпусами. И участвуем в их жизни. И, соответственно, ну как, без поэзии. Пушкин тоже на Кавказе воевал. Да, много связано с Кавказом. И Лермонтов кстати, на да, Кавказе Лермонтов воевал. Я тоже вспомнила да. про него. Вот, при этом... Ну, наверное, Кавказ вдохновляет так, все-таки. Вдохновляет, вот это да, природа, да. вот это, нет, да? Вы знаете, если бы там... не стреляли, угу. то там действительно красиво. Да. Когда стоишь и ногами наступаешь на облака, ну как это? Тут хочешь не хочешь, на поэзию угу. потянет. Ну вообще, когда обостряются все чувства, ведь там же все равно на грани, да? Вот когда смерть и жизнь, и когда, ну вот это все ну, такое вот, наверное, это провоцирует тоже. По-хорошему, вот, да? это жизнь. О смерти не думаешь. Думаешь о жизни. Понимаете, это вот когда находишься на боевых, там не думай, что ты умрешь там сегодня, завтра. Дело в том, что ты занимаешься повседневной жизнью. Сегодня. То есть тебе нужно поесть, тебе нужно там что-то, какую-то задачу выполнить. Мы, там же ведь, поймите, боевые действия, это не значит, что вы каждый день в окопе и отстреливаетесь. Mm-hmm. Нет. Это своего рода такая жизнь. Живешь в гарнизоне,
если есть боевые выходы, то, вот, ну, к примеру, вот у меня за полтора года было всего 17 боевых выходов. 17. А все остальное время, что я делал? Mm-hmm. Соответственно, это патрули, это вот рутина, mm-hmm. это вот ездишь. Готовка. Да, подготовка, mm-hmm. там, строевая тоже бывает, потому что нельзя расхолаживаться. Mm-hmm. Даже элементарно подворотничок подшить mm-hmm. должен каждый день. Ну да, это... Вот, понимаете? И это жизнь, это постираться, это помыться, поесть. Ну, это все то же mm-hmm. самое, что ты делаешь дома, только ты делаешь там. Да. И в итоге привыкаешь к этому, все нормально. Даже когда тебе говорят «боевой», говоришь: «Ух, наконец-то угу. уйдем отсюда». Ну вот. Все, пойдем, сходим. Да. Да. Скажите, а к прыжкам с парашютом можно как-то привыкнуть? Это же обязательное условие для десантников. Всегда страшно. Конечно. Всегда страшно. Вот расскажите о своем опыте. Может быть, тоже несколько советов молодым прыгающим. Тому, кто только предстоит начни, первый раз. Да, ну, да. Так скажем, начну с того, что страшно прыгать всегда. Но это страх, через даже который... Даже если там 20-й, 120-й. А это не зависит ни от чего. То есть у человека инстинкт самосохранения. То есть он... Его никто не отменял. Да, если его нет, это уже... Ну, это плохо, что это болезнь, да, что-то заболевание. Да. Плохо, да. Поэтому страшно... Страх, через который можно переступить. Вот. Я считаю, что... Все парни, которые отслужили, угу. они подтвердят, то есть вот эту мою точку зрения, то есть поддержат. Вот. Ну, а подготовить себя, опять же, физически или там можно, или там вестибулярный аппарат развивая, подготовить к прыжкам. Угу. Какие-то вот, ДСАФ, опять же. Да, ну, а морально? Вот как-то вот... Или там подталкивают? Нет, подталкивать никого не подталкивает. Морально там же все перед каждым, то есть перед первым прыжком, да, человек, то есть на воздушно-десантном комплексе проводит в течение полугода перед первым прыжком. Поэтому постепенно человек привыкает. То есть отработка движений в воздухе, на земле, при приземлении, поведение в транспортном средстве, я имею в виду вертолет или самолет. То есть, ну, все это отрабатывается, и постепенно человек втягивается, то есть он начинает привыкать. Да. Понятно. Вот. А сколько у вас было прыжков? Вот. Ну, у меня 14. 14. Да. А у вас? У меня 144. Ой, вот это да. Но я начал прыгать до армии, потом 19 прыжков уже с военно-транспортной авиации, это при полной загрузке. И после армии еще попрыгал. У меня два раза парашют не раскрылся, причем подряд. И я понял, что-то у меня по ходу предупреждения идут. Вот. Но после этого вы все равно прыгали? После как Нет, я... все. А, все. Все, я закончил. Да, я вот... Я же говорю, 144. Да, 145 я все, не стал. Ну, такой, действительно, когда второй раз... Ну, один раз понятно, да. А когда уже второй... А у меня подряд вот два прыжка и два не раскрытия. Кстати, вот вы рассказывали, я вспомнила, у Владимира Шаманова был такой же случай, когда у него перед землей раскрылся парашют, и он тут же взял его и поехал на следующий там вот пункт, прыжок и прыгнул, чтобы вот переломить, наверное, да, потому что здесь вот сила, ну, какая-то дух, вот, вы знаете, когда-то два раза не раскрывали. Я взял уже... парашют и еще раз прыгнул, а он еще раз не раскрылся. Да, вот понятно, да. А вот, потом выяснилось, что причина была в двухконусном замке, проблема, вот. Ну... Да, ну, переживать не стоит, потому что 144 парашют. Это, да. У нас, как у летчиков, есть запасной аэродром, у нас есть запасной парашют. Да, да. Вот, интересно. Ну, все-таки хочется вернуться в мирное время. Вот какие задачи ставит ваша организация перед собой, ну, до конца года, может быть? Потому что вот хочется понять, вот чем вы занимаетесь, чем вы, какие у вас миссии, функции? Ну, вот сейчас у нас, скажем так, ну, грубо скажем, 2 августа мы прошли, угу. да, и идем дальше. А следующее у нас мероприятие – это 29 августа, день спецназа внутренних войск. Потому что мы же объединяем все да. подразделения специального назначения. Да. Вот, 29-го, соответственно, мы, опять у нас будет построение с вытекающими последствиями. Так что потом будет 24 октября, день спецназа ГРУ. Угу. Его, конечно, переименовали, сейчас он называется День спецназа Вооруженных сил России. Вот. Но мы привыкли, это наш да. день. Это наш угу. день. Это вот. Понятно. А как к вам молодежь вливается? Вот отслужил он в ВДВ, да, вот пришел. Вы как-то их... Или вот это личное дело каждого, обращаться к вам в организацию, приходить, общаться там с кем-то дальше? Или вот как вы их...
общественная организация, поэтому у нас все добровольно. То есть человек пришел добровольно. Ну, что могу сказать, к нам приходят, но у меня еще нет ни одного заявления об уходе. Да. Человек может занять, ну, как бы, знаете, как понятно, что рутина, есть жизнь, есть своя жизнь, есть работа. Конечно. Понятно. Бывает, что люди там, вот он вступил в организацию, месяц, два, три, его нету. Он вроде вступил, а его, ну, не приходит, не получается. А потом приходит и говорит: парни, у меня вот отпуск, 30 дней, готов отработать там за все три месяца, которые я не был. Посвятить все время Союзу. Да, вот это время посвятить Союзу. Привлекаем. Да, а что вы предлагаете? Вот как можно помочь? Вот, чем они могут пригодиться? Те же вот молодые или... Мы проводим уроки мужества в школах. С первого, раз, с, да, ну, а, прям получается, понятно. Что прям с 1 сентября по май месяц. Вот. Мы проводим уроки мужества. А потом у нас есть областные и городские мероприятия. Это как игра «Зорница». Мы там тоже принимаем участие. Какие-то еще соревнования. Именно вот военно-прикладного характера. Плюс мы еще работаем с кадетами и, соответственно, тоже там... И время, вот по-хорошему-то много времени это не занимает, но отнимает все свободное. Вот примерно так. А еще какие-то вот традиции у вас сложились в вашем отделении, в региональном? Или это, в принципе, по всей России приблизительно одно и то? Да, традиции у всех одни. То есть, кто отслужил вот, в определенных вот, в наших войсках. То есть, здесь одни традиции у всех. И кто в других, у них тоже, как бы, ну, вот конечно, они просто объединяются. Да. Какой-то, вот, вот недавно только традиции, прошел праздник ВМФ, да, они с флагами со своими тоже так же вот праздновали, отмечали. Ну, у нас как? Вот, к примеру, у нас есть славный город Набережные Челны. Вот. Там тоже есть десантники. У них есть там определенная традиция, они там в определенное время, там, у них там, ну, завод КАМАЗ. И они тоже как бы участвуют и говорят: парни, приезжайте, у нас мероприятие. Мы, соответственно, у них КАМАЗ, а у нас АвтоВАЗ. Ну, мы, соответственно, понятно, что кого-то оставляем здесь, чтобы следил за процессом, а основная часть снимается и уезжает к ним. Вот. То же самое есть такой город Уфа, Мариэл, да, потому что, Воронеж. Конечно. И, понимаете, это же тоже наше мероприятие. Да, просто если мы... уж братство, то да, не только на нашу да, область. Мы еще являемся, значит, членами Союза десантников России. Вот. Да, у нас удостоверение как бы на эту тему тоже есть. Вот. И бывает так, что вот наши планы пересекаются с другими планами, и уже, тут уже расставляешь приоритеты. Понятно. И, соответственно, есть заместители. Вот, на этот случай вот у меня их 4 человека заместить, потому что бывает, что, ну, разорваться невозможно. Но завтра вы лично будете встречаться с Владимиром Шамановым? Сегодня. Сегодня. А то 2 августа показалось. Сегодня. Сегодня будете. Сегодня. Что ему скажете? Это очень коротко. У нас буквально меньше минутки остается. Да, сегодня на приеме губернатора будем встречаться с Владимиром Анатольевичем. Да. Ну, что я могу сказать? Я скажу, что мы на месте, мы работаем, и понятие ВДВ, она остается как понятие ВДВ. Всегда наверху и всегда за облаками. Ой, ну все, спасибо большое, Валерий. И ваше короткое, может, пожелание, поздравление десантникам? Поздравления определенные, то есть хорошо отметить праздник, спокойно, достойно. Желательно с семьями, с детьми. Да, в ваших традициях, да, семейных. Да, в лучших традициях ВДВ. Если уж будете купаться в фонтане, постарайтесь это сделать поаккуратнее. Спасибо огромное запретить за то, что пришли. С праздником, с днем ВДВ, с наступающим. Спасибо. Всего вам самого хорошего, здоровья, физической силы и морального неразрушимого духа. Спасибо и вам, всего хорошего. Спасибо.